восьмерка сильнейших команд мира играет в другом городе Дании, в Хернинге. И там тоже в предыдущие два дня соревнований была напряженная борьба. В первом матче США и Канада сошлись, и это была целая феерия интереснейших голов. Американцы сумели обыграть канадцев со счетом 5-4, и то только по буллитам. Германия в первом матче в пятницу проиграла Дании со счетом 2-3, и тоже по буллитам. Вот такая вот напряженная была борьба. Вчера норвежцы проиграли команде Латвии в овертайме 2-3. Финляндия разгромила Южную Корею со счетом 8-1. Причем финны установили мировой рекорд. Они 3 шайбы забили, находясь в меньшинстве. Такого еще в мировом хоккее не было. Видимо, корейцам совсем было тяжело играть после домашнего турнира в Пхёнчхане. Ну и еще одна игра в группе «Б» в Хёрнинге завершилась со счетом 0-4. США крупно и в сухую обыграли хозяйку турнира, сборную команды Дании. Анонс сегодняшних встреч. Австрия, как вы уже знаете, принимает сборную команду России. Шведы играют с чехами, словаки – швейцарцами в группе А. В группе Б Южная Корея играет с Канадой. Интересно, какой будет счет. Сборная команда Германии играет с норвежцами, а латвийцы принимают Финляндию.